Изменения в муниципальный бюджет внесли депутаты городской думы на 77-м заседании, которое состоялось в эту пятницу. При этом речь шла не о секвестре, а наоборот об увеличении ассигнований на целый ряд статей главного финансового документа областного центра. Изменения в бюджет были инициированы город-администрацией. Причина в дополнительных средствах, которые, как ожидается, поступят в муниципальную казну. Например, Тверь получит часть отчислений при применении упрощенной схемы налогообложения, которая приходит на смену ЕНВД. В этой статье областной центр получит 135 миллионов рублей. Кроме того, в город поступит межбюджетный трансферт на сумму в 371,5 миллиона рублей. Это позволит улучшить финансирование социальной сферы. Все изменения бюджета, они несут социальную такую направленность. Это необходимо, потому что надо проводить торги, надо проводить, чтобы быть готовым к началу и ремонтного сезона, уже чтобы были готовы и чтобы не затягивать эти процессы в городе. В частности, 20 миллионов 800 тысяч пойдет на организацию детского отдыха в загородных лагерях, а более 8,5 миллионов на то, чтобы их перед началом сезона отремонтировать. Среди других важных объектов – строительство детского сада на Планерной улице. В этом году я уверен, что детский сад будет достроен и введется в эксплуатацию, поэтому мы вот сейчас и торопимся с принятием бюджета, изменения бюджета для того, чтобы нам провести необходимые мероприятия по завершению строительства и уже как максимальные сроки закончить это строительство детского садика на Планерной. И еще стоит отметить заметное увеличение статьи расходов на дорожное хозяйство и общественный транспорт. На эти цели дополнительно поступит почти 443 миллиона рублей.